Так, помолимся. Благословен Бог навсегда, ныне присно, веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, жизни и вся исполняя сокровища, быть жизни подателю. Приди, вселись в нас, очисти от всякой скверны, спаси, блажи душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Своему Сыну и Святому Духу, ныне присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам есть, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. Не вни нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно, веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющий, сильчу молитву, ко Владыце грешне приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябу уповахом, не прогневайся на зело, ниже помилуй беззаконие наше. Но призы ныне ко благотробе, но избави нас от рак наших, Ты быси Бог наш, мы люди Твои, вся дела руку Твое, имя Твое призываем, ныне присно, веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющаяся на Тебя, да не погибнем, но избавим с Тобой от бед, Ты бы спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господу помолимся, Господи, помилуй, Боже, Спасителю наш, иже пророком Тавнафаном покаявшимся Давиду в своих согрешениях оставление даровая моносину покаяние молитвы приемы сам, и рабов Твоих, зе предстоящих, кающихся, нас Твои называйте. Они же садилось о грешениях, прими обычно Твоему человеку любим, призываем все содея, наставляй неправды, превосходя беззаконие. Ты борекайся, Господи, хотением не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живы быть. Яко сердец седмирицу оставляйте грехи, понеже ковелиться беспрекладно, милость безмерна, аще беззаконие нас, если кто постоит. Яко Ты еси Бог кающихся, и Тебе славу воссылаем, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, пастырь, акче в земле грех мира, и же займование дарова двумя должником, и греш сюда в оставлении грехов я. Сам, Владыка, ослаби, остави, прости грехи, беззаконие, согрешения, вольные, невольные же, ведние, неведние. Я же преступление и прислушание, бывшее от рабов Твоих сих. Я чистой, как человец, и плоть носящий в мире, живущая дьявола, престившаяся, я же в слове или в деле. Или ведни, или неведни, или слово священническое попраша. Ей, Владыка человека, любший Господи, услыши нас, молясь Твоей благости, о рабех Твоих сих. И презя конмога милости, прегрешений, вся измени вечной муки. Ты бы рекайся, Владыка, или каще свяжете на земле будет связано на небеси, или каще разрешите на земле будет разрешено на небеси. Яко Ты есть безгрешный, Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне присно во веки веков. Аминь. Сейчас сам Христос невидимо стоит и принимает ваше исповедание. Не устыдитесь, не бойтесь, ничего не скрывайте, но без стеснения скажите все, чем вы согрешили, чтобы вам получить прощение от Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Если же какой грех и утаите, то он сугубо ложится на вашу душу. Поэтому попросим у Господа прощения во всех наших согрешениях, где согрешили мы, против Слова Его, заповеди, где нарушили, против канонов ли церковных, где согрешили, против ближнего, где согрешили, невоздержанием каким согрешили, осуждением. Во всем, чем осуждает нас совесть, во всем попросим у Господа прощения, чтобы Господь по своему милосердию человеколюбию простил нас и дал нам духовные силы, даровал нам, чтобы нам и впредь совершать путь спасения без преткновения. Господи, Боже, спасение рабов Твоих, милости и щедрые, долготерпеливые, каясь от нашей злобы, не хотящей смерти грешника, но яко еже обратитесь, все живы быть ему. Самый ныне, Господи, умилуйся о рабех Твоих сих, где предстоящих. И подашь им образ покаяния, прощения, оставления грехов, прощаем всякое согрешение, вольное и невольное. Примири и соедини их святей Твоей Церкви во Христе Иисусе, Господи нашим. С ним же Тебе подобает держава великолепия ныне присно и во веки веков. Аминь. Боже, милости, будь мне грешным. Создал меня, Господи, помилуй, без числа и совершил, Господи, прости нас, грешник. Напоминаю вам всем, кто готовится к причастию, обязательно молитвенное правило накануне, это каноны в покаянный канон, Богородицы канон, ангелу-хранителю, правило к причастию, канон и молитвы. Здесь будет считать сейчас, кто уйдет раньше, обязательно дома это правило исполните.
выходите туда, там, слушайте. Близко не подходите к дверям, ближе к печке, чтобы ни один не подходил. Стойте. Ну, подходите. Ты первый будешь, давай. Раз, подходи. Коленочки, становись на коленочки. Только молю, говорят, дай мне, Господи, разум, чтобы оплакивал и дела мои горько. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. О, горе мне грешному, более всех людей злосчастья меня, покаяния нет во мне. Дай мне, Господь, слезы, чтобы оплакивал и дела мои горько. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безумный, несчастный человек, ты время вредностью губишь. Помысли о жизни своей и обратись к Господу Богу, и плачь о делах своих горько. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Матерь Божия Пречистая, взгляни на меня грешного, и от сети дьявола избавь меня, и на путь покаяния направь меня, чтобы оплакивал я дела мои горько. Нет святого, как ты, Господи Божий мой, возвысивший достоинство верных тебе благой, и утвердивший нас на камени исповедания твоего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Когда поставлены будут престолы на страшном суде, тогда дела всех людей откроются, горе там будет грешным, муку отсылаемым. И зная это душа, не раскайся в злых делах твоих. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Праведники возрадуются, грешники возрыдают, тогда никто не сможет помочь нам, но дела наши осудят нас, потому прежде конца раскайся в злых делах твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Увы мне многогрешному, я делами и мыслями осквернившись, ни каплю слез не имеет жестокосердия. Ныне воспрянет земли душа моя, раскайся в злых делах твоих, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот, взывает госпожа сын твой, и нас научает доброму, я же грешный, всегда бегу от добра, но ты милостивая, помилуй меня, чтобы я раскаялся в злых делах твоих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Умышляю о днем страшном и оплакиваю злые мои деяния. Как я дам ответ бессмертному царю? Или как дерзну я блудный взглянуть на судью? Милосердный Отец, Сын Единородный и Дух Святой, помилуй меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ныне, связанные многими узами грехов и теснимы лютыми страданиями и бедами, к тебе прибегаю моему спасению и взываю. Помоги мне, Дева, Матерь Божия. Христос моя сила, Бог и Господь Святая Церковь благоговейно поет, возглашая чистого разума, в Господе торжествуя. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Широк путь здесь и легко делать приятное, но горько будет в последний день, когда душа с телом разлучаться будет. Храни себя от того человека ради Царствия Божия. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Зачем бедного обижаешь? Плату работника присваиваешь, брата своего не любишь, блуду и гордыне стремишься. Оставь же все это душам и раскайся ради Царствия Божия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О, безумный человек, доколе увязаешь, словно пчела, собирая богатство свое. Ведь вскоре погибнет оно, как прах и пепел. Но ты прежде взыщи Царство Божие, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Госпожа Богородица, помилуй меня грешного, и в добродетель укрепи, и сохрани меня, чтобы внезапная смерть не похитила меня не готового. И доведи меня, Дева, до Царства Божия. Божественным светом своим благой, души с рассвета к тебе стремящихся любовью озари. Молюсь я, чтобы знать тебя, Слово Божие, истинного Бога, от мрака грехов к себе призывающего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вспомни, несчастный человек, насколько лжи, клевете, разбою, немощен, словно лютым зверем порабощен ты по грехам своим, душа моя грешна, та воля желанна ты. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Трепещу члены тела моего, ибо я первый ими променился, глазами взирая, устами, ушами слушая, языком говоря злое, всего себе деяний придал, душа моя грешна, этого лежит. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
призвавший к себе Спаситель. Но лишь я один там, греховной леностью, отвлеченный злым делам порабощен, душами грешными. Этого ли желало иные присные во веки веков? Аминь. Дивная скорая помощница всем людям, Матерь Божия, помоги мне недостойному, ибо душа моя грешная пожелала того. Житейское море, видя поднимающиеся волнами искушений, я к тихой пристани твоей прибегну, взываю тебе. Возведи от гибели жизнь мою надо милости. Милуй меня, Боже, помилуй меня. Жизнь мною облудно прожил и душу во тьму предал. Ныне же молю тебя, милости владыка, освободи меня от этого рабского рабства и дай мне разум исполнить воле твою. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Кто совершает такое, как я? Ибо как свинья лежит в грязи, так и я греху служу. Ты, Господи, истер меня в гнусности, и дай мне сердце, чтобы исполнять заповеди твои. Так вы нам завтра расскажите. Нам завтра расскажите. Еще рассказать, ты в книге выйдешь, как причащаются священники архиереи. Сегодня не... Какой тайны из этого не делается? Да и какая тайна? Наоборот, люди учатся. Вот сейчас он снял, как батюшка высчитывает молитвы. Говорит, нужно считать такой-то канон. Другие даже... Вообще, ничего не надо. Рот разинул, зашел такой, и люди больные умирают. Нам есть что показать. Это не просто так, чтобы люди знали, ради чего пришли. Малые дети приходят, в отдельной комнате идет исповедь. Это все непросто. Конечно. Мы положили здесь десятки лет на это. И нам есть что показать. Сейчас, я не знаю, два дня назад выступает патриарх Кирилл. Небольшой ролик, там 4,5 минуты. Но говорит, видно, что достало его. Вообще не хотят проповедовать священники. И говорит, что раньше думали как, колокол ударил, люди пришли. Сейчас хоть, говорит, из пушки стреляй, никто не придет. У нас, говорит, 80% крещеные. А в церкви сколько? Он не назвал цифры, я бы сказал, 0,3%. 2% приходят только в большие праздники. Это что, нормально, говорит? Вы, священники, вы ответственны за все, сколько абортов сделали, сколько убийств, воровства. Это в 4 минуты он вложился. Вы должны идти сейчас и искать. Выходите из храма, ищите. Вы не думайте, что поговорил, я остановился. Видимо, достало уже. Я на это составил ролик и сказал, что скоро им жить не на что будет. Прихожан нет, и свечи нету. Да. Они все везде этот бизнес устраивают. А когда нормальные люди, то платили бы десятину, глубоко верующие, ему не надо даже думать о деньгах было. Десятина больше стоит, чем твоя свечка. А сегодня весь бизнес за продажу, там какие освещения разных, ну, каких там машин или как они называют, офисы где-то. Это патриарх говорит уже не один раз об этом. Но сдвинуть? Он не сдвинет. Это невозможно. Священники не пойдут. Они его 10 раз могут заблокировать самого и прибрать, говорится, к рукам. Он архиереем всем говорит это. А я об этом 54 года кричу. Тогда был здесь архиепископ Гедеон Докукин, Новосибирский, Алтайский, он ему Кемерово, Красноярский край, это все одному архиерею принадлежало. Их мало было где. И я его звал на проповедь, он вот такой же был, вот так себя пошел, ну куда ты меня, Игнатий, зовешь, ну куда я пойду такой? Он такой хороший был. Я ему дал эти записи Златоуста, а их переписали с катушек, на маленькие такие были кассетки. Я, говорит, за время поста, я не знаю, только 2 или 3 тома, говорит, прослушаю, я за всю жизнь, говорит, не прочитал столько. Хожу по двору, отдыхаю, слушаю. Понятно как? То есть... И он по-другому уже стал смотреть. Поверьте мне, что это слово мое не возвращается тщетным. Господь говорит, оно выполнит, что было назначено. Вот люди увидят, как у нас идет маленькая община. И каждое воскресенье, через 2 воскресенья, батюшка приезжает и определенное число причастников. Тут не надо ничего придумать, это уже все было. Это нам принесли... При князе Владимире 4 раза в году причащались. Никогда не было, что каждый день причащайся. Это вообще никогда не было. Зато, говорит, не одобряем ни часто, ни редко, а готовность. Иные причащаются, говорит, 1 раз в году, иные раз в 2 года. Я зато говорит. А иные причащаются каждую неделю. Но это надо не работать, вычитывать правила, каноны. А так махни рукой, я не подготовлен. Как не подготовлен? Ты к свадьбе готовишься?
Там уж не знаешь, что надеть. Ну и туда иди, думай, куда идешь. Ко Христу на пир. Он взял пир и созвал. Ну, притча об этом говорит. И вот мы хотели показать это, если Господь позволит. Я заранее договорился с батюшкой, как первый зайдет, первый Тарасий зашел. Ну, показал, как он склонился. И дальше уже батюшки на работу с ними. Здесь очень большой труд. И что патриарх сказал, изменится, не верю даже. А ты бы пошел, я написал патриарху, зови меня. Запрети священникам выступать против. Кто будет выступать на 5 лет, его сразу под запрещением. Попытаемся сдвинуть. А так им ничего не сделать. Но спросили меня, а ты веришь, что пробуждение будет? Не верю, у меня нет веры на это. Потому что никаких признаков этого нет. Слишком далеко зашли. Вот патриарх как бы ностальгирует о том времени. Раньше было как? Колокол ударили, люди встали и пришли в храм. Встали и пришли, отстояли. Почему? Жандармерия смотрела, полиция за этим не был. Почему не был? Учитель, если не причащался, справку не принес, его выгонят из школы. Он мог прийти. Как на родственниках, я Куколос пишет, он священнику пришел, в карты поиграли, а потом говорит, батюшка, мне справка нужна, что я причащался. Он Евангелие не взял, кирпич накрыл, ну ладно, это пусть будет как Евангелие. Ну так или не так, но было всякое. Мы показываем, что можно искренне служить. В православии можно знать все. Скажешь мне. Все, а не так, что ничего не знал, пошел к сектантам. Пошел до Фана Верона и Корею, преисподнюю. Без церкви нет спасения. И мы, насколько мы можем, мы должны это показать. Показать жизнью своей. Какой у нас в общем порядок. Люди видят и говорят, первый раз видим, говорят, первый раз слышим, что так пели слаженно. Все стояли в храме, малые дети поют. Одетые люди по форме, знаю, где поклониться. Ну, это работа. Работа. Вы когда еще не пришли, станете, ведь ничего не знали. А я звонил во все предприятия, в школьные учреждения, перед тем, как занятия в университете начать. И наткнулся на них, они с Таней Капустиной по моим звонкам пришли. Так приходило-то не столько. 5. У нас 5. Да. Осталось только 2. Вначале в актовом зале я вел занятия. 750 человек. Сесть. А потом... А кто виноват? Виноват я. Я сказал, что ходите в храм. Она на исповеди сказала, хожу к Игнатию. Да что ты, еретик, не ходи. Я ее встречаю, куда ходишь, а никуда теперь не хожу. Я виноват во всем, потому что я постоянно говорил, то какой храм рядом, идите к батюшке, исповедуйтесь. А они исповедовались, и они говорили, простые люди-то где-то. Но это уже они ответят. Но я от этого правила не отступил. Ни разу, нигде не сказал, что Московская патриархия безблагодатная. Меня просто подбивали на это. Никогда. Я верю. И патриарх, и епископы. Ну, конечно, я не говорю там падшие совершенно. Они благодатные. Но надо делом показать жизнь. Ты благодать получил, даешь и другим. А себе-то маленько оставь. Начни жить по-христиански. И вот мы сегодня... Видим, что у нас идет и исповедь. Завтра Бог даст, будет причастие. Посмотрим еще. Все, я пошел. Идите, я дом открою. С Богом.